Хей, йоу, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Трайн. Трайн. Ой-ой-ой, я не заметил, что тут... Я не заметил, вот черт. Нет, нет, без нее мне никуда туда не пойти. Дерзли. Давай, ну. А, туда все-таки нельзя, да, высоко. Ладно, погнали. Топоры херячут. Топоры. Эй! Ладно. Понятно почему. А в принципе я могу. Я не могу. Давай быстрее. Нет, главное, чтобы не зажало. Готово? Поехали. Я, боже, вот это тяжелые моменты. Новый уровень. Колчан, троечка. Будем зарабатывать на колчан. Ты четверка у нас, Саш. Ничего не буду прокачивать. У тебя тройка. Тоже ничего не буду прокачивать. Блин, а нужно сохранялка. О, спасибо. Thanks. Чувствую, здесь начнется жопа. Плюс я не могу цепляться. Ну, ладно, плевать. Посмотрите сюда, что это? Какая-то книга? Дай-ка я взгляну поближе. При великим энтузиазмом волшебник углубился в изучение королевского дневника. Особенно интересными были последние страницы, где король рассказывал о древних развалинах, заброшенных давным-давно. Невероятно прекрасные статуи и архитектура поразили старого короля. Королевский дневник почти не содержал информации об артефактах. Но живые описания сходились со знаками в гробнице первого стража. В легендах существовало место, которое стражи звали своим домом. Если так оно и было, и развалины были местом происхождения артефактов, наши герои могли, наконец, получить кое-какие ответы.
Местоположение развалин было тщательно указано в дневнике. В середине леса, довольно далеко. Наши герои решили последовать направлению, указанному в королевском дневнике. На краю леса воровка почувствовала что-то странное, какое-то теплое ощущение в сердце. Короче, как я понял, скорее всего, мы дойдем до домика, и игра закончится. Если мы хотим достигнуть развалин до наступления ночи, нам надо поторопиться. Здесь так тихо. Как будто бы гора с плеч свалилась. Так, Мак, давай, поехали. Что-то настолько оно огромное. Сказал бы, что... В чем дело? О, наконец-то. Дерево, я хочу зацепиться за дерево. Прыг-скок. Где ты? Единственное место, где они толпой не нападают. Заразы. Хорошо, куда ты меня приведешь? Лучники. Нашел безопасную точку. То минус все враги. Нашел безопасную точку, минус все враги. Что вы думаете, меня это остановит? Мне даже вот эти подъемчики не нужны. А, я знаю, откуда идти. Летучая мышь. Ха, что, дождь из пуль не понравился, да? Если б я кнопку включил, тогда поднялись платформы. Да я так могу. Я ж мастер.
I master. Поехали. Что сдадут? Рыбья чешуя. Рыбья чешуя дает владельцу способность дышать под водой. Позволяет дышать под водой. Тихо, тихо, тихо. Если взять в расчет, что я могу на каждого переключаться. Довольно все просто. Окей, спустимся под воду. То, что дышать под водой могу, это прикольно. Теперь. Меня не будут мучить. Да ладно вам! Блин. Ну черт. Наверх я то любые могут запрыгнуть. Дерево тоже, видишь, они не могут стоять на нем. Они сразу его перелетают почему-то. Раскачиваемся, поднимаемся, прыжок. И так сойдет. Хотя ману мало тратить теперь. Благодаря предметам. Вверх. Расстрел. Расстрел. Иначе можно все ломать просто и все. Полетел. Расстрел, расстрел. Ай, попал. Yeah.
тоже попал. Сзади. Кстати. Там, короче, на всех хилит. Там все равно тогда. Кому давать? Боже, они такие тупые. Подожди, оно у меня всегда было в белом? Окей. Ладно. Может сломается, я все равно плавать могу. Даже дышать под водой могу. Почему я за эту херь не могу зацепиться? Ладно. Так уж и быть. Ну так уж и быть. Я достану бутылку. О, там можно вниз еще. А ну. Бутылка опыта была. По сути, здесь никто долго не должен дышать, но так как у меня есть ожерелье. Нет, это даже не ожерелье, чешуйки. Чешуйки, чешуйки. Да. Ага. Гравилла тут гравильный. Найден ожерелье могущества. Так, древние украшения, используемые в стародавнее время волшебниками, позволяют черпать больше энергии из мира, используя ее для своих целей. Увеличит на 25% урон для оружия, использующей энергию. Ну, блин. Оружие, которое использует энергию. Ладно, пускай будет пока что она. Ладно, поплыли.
как вы прикажете. Что вы мне прикажете? Летучие мыши. Вы подохли. Вы сдыхали медленно и мучительно. Так, ладно. Поехали. Куда ты убегаешь? Боже мой, мне нужен хил. Хил. Атака, атака. Нужно новый уровень, нужно прокачиваться. Ты меня видишь, что тут не показывает, сколько врагов на меня будет еще нападать. Говнюки. Скоро ли закончится? Ладно, что папу.
Стрелы, блин, я буду эти прокачивать. Не хочу ничего вкачивать. Блин. Доски, а вдруг потом что прикольно будет? А, коробки вкачаю. Все. Ночь, любимое время сил зла, опустилась очень быстро. Неминуемое обязательно случится. Это всего лишь вопрос времени. Но пока еще лес стоял стеной против захватчиков. Возможно, потому что артефакты были созданы неподалеку. Надежда еще оставалась. Все. Мы наконец дойдем куда-нибудь. Эта темнота плохая штука. Плюсую. Будет враг, сразу бегу сюда. Мне нужно сохраняшку где-то найти. Сохраняшку найти. Давай. О, там еще выше можно. Там сундук даже. Найден призма света. Так, призма света преобразует свет в энергию. Персонаж с этой призмой получает больше энергии и здоровья на контрольной точке. Ну, каждой контрольной точке персонаж получает на 2 больше энергии и здоровья. Потому что он меня постоянно воюет. Поэтому я сделал такой выбор. Чтобы он не смог сбежать. Черт. Давай вниз, Давай, помогу. Нормально. Все, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.